Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам свою ванду. Ванду, которая цвела последний раз в 2019 году. В прошлый год у нас был хороший отдых. Вот так она цвела в последний раз. Это было летнее цветение. Ну и сейчас она у меня очень хорошо наращивает корни, также листья. Она больше метра в высоту. Это без корзинки. Вы можете видеть по цветоносам, как часто она цвела. Ну и корни. На листьях темные пятна – это удобрение. Частично с которыми она пришла пятнышками, но на них не обращаем внимания, потому что они не распространялись, то есть были неплохими. В системе с просушкой она, в принципе, активно росла всегда. У нее были отличные корни, шикарные. Здесь у нас вы можете много видеть повреждений, потому что я ее все время кручу-верчу. Все время снимаю с подоконника, ставлю на подоконник. Когда полив, опять же, я все время задеваю ей корни. И они каждый раз вот так ломаются, ну и, конечно же, останавливаются в росте. Хотелось бы, конечно, ее оставить в покое, но, к сожалению, в наших условиях таким габаритом, как она, приходится не сладко. Итак, вот такая красотка моя Ванда. Ну и в этом году у нас есть прогресс. Какой прогресс, сейчас я вам покажу. У нас здесь все в подвязках, потому что она у меня как-то висела. Ну и вуаля, у нас цветонос. Конечно, я рада. Прошлый год у нас был отдых, и мне теперь очень интересно, сколько же цветов будет на этом цветоносе. Итак, она нарастила с 2019 года. Вот после одного цветоноса, следующего цветоноса, у нее получается 4 пары листьев. Причем листьев не маленьких. Они в размахе каждый имеет около 45 сантиметров. Растение очень огромное, очень большое и занимает, конечно же, очень много места. Находится она у меня на южном подоконнике. Растет очень хорошо. Ну и получает нужно много света. Ну и, конечно же, удобрение. Удобрение я смокот даю. Также минеральное удобрение. Это 20-20-20, иногда кальций, магний. Вот я хочу показать вам корешок, который очень хорошо начал расти от ствола. Ну и коснувшись здесь вот корзинки, так сказать, уперся в нее. Я пыталась его поднять, в общем, отломила и, конечно же, остановился он в росте. Но ничего страшного, надеюсь, что следующие корни будут более внимательными, что ли. И не станут расти прямо вот так, упираясь куда-либо. Вот такой вот красивый, интересный цветонос у нас у Ванды. Она наращивает его очень быстро. И я совсем скоро, думаю, покажу вам ее цветение. Ну, это максимум, если месяц. Итак, вот такое видео. Хорошее, интересное, наверное, для вас. Ну, а я узнаю об этом, если вы мне поставите лайк. Конечно же, поделитесь этим видео или расскажете об этом видео друзьям. Всем большое спасибо за просмотр. Конечно же, всех благ, здоровья крепкого вам всем. Ну и заглядывайте ко мне в плейлисты. Будут вопросы, задавайте, пишите, буду рада с вами пообщаться. Всем пока-пока, удачи в выращивании ваших любимых цветов.